Ве бір сыра дуня мемлекетлері 1 майыс куну байрамыны кайдете. Барге Веймеке бағышланған тантаналы юруш Ахмешитте де олып кечті. Айтақтының меркезінде олып кечкен тәдбір Қырымның бүтін районларына шендер қатылды. Қырым Джумхуриетінің бірінші шақыслары Илетчок Биллық колонна меркезінің башлықақлардан кечті. 1 майыс күні дәвірлерден ішкеніне бақмадан бар веймек байрамы олып қалмақта. Поздравляю всех с 1 маем. Мир, труд май. Замечательно, радостно. Мне очень сильно нравится этот праздник. Очень весело здесь. Иркес Шенкейфте. Бу кадрлар Кырымнын пайтахтындан генчликке далдырта. Кечмиштеки 1 майыс байрамынын тимсаллеры еринде. Давышлы музыка, транспарантлар, ава топлары вечичеклер. Яхшы кейфке сыжак ава да яраша. Кырым Джумхуриет башы Сергей Аксенов ве Девлет Шура рейсы Владимир Константинов байрам колоннанын башында кете эделер. Праздник весны и труда, он как раз способствует, наверное, установлению хорошего настроения. На самом деле, вот люди, которые все вышли сегодня на демонстрацию, мы видим в хорошем настроении. Вот, знаете, как действительно видно, что это для них праздник, и праздник для всей семьи. Здесь и молодежь, и ветераны. Ну, действительно, все возраста, все поколения сегодня участвуют в этом классном мероприятии. И ведь все-таки это традиции, которые достались нам еще от наших отцов, от дедов, поэтому мы их продолжаем. Любой труд в почете. И всех поздравляем трудящихся с этим прекрасным, замечательным днем. Озней в бетенде Кырым парламентының рейсы Владимир Константинов кайдет теке. 1 майыс куну бүгінгі күнде яны импульсны қазана. Нужно вернуть уважение к человеку труда, тем простым людям, которые трудятся с утра до вечера на разных участках своей работы и создают то благополучие в Крыму. И этот праздник, это их праздник, это наш общий праздник, общекрымский праздник. Поэтому это очень хорошее настроение, и я уверен, что все будет хорошо в Крыму. Кырым Джумхуриет Девлет Шураның рейс муавины Ремзи Ильясов юрыште иштирак этып, кырымлыларны байрам иле хайырлады. У людей много оптимизма, ведь все мы видим, в Крыму строится, все движется. Поэтому только самыми лучшими как ожиданиями вот мы здесь со всеми вместе сегодня приветствуем трудящихся города Симферополя. И благополучие, чтобы мы все были живы и здоровы. И в этой дружной семье, вот это как раз таки праздник, который объединяет всех, потому что труд он всех объединяет. 1 майыс күніне бағышланған мерасим Ахметшитте 25 мінден зияды инсанларны топлады. Колоннада Шерме Мурьет зенат бірлігінің векелеріні, Тассиль Сағлық Сақлав, Меденият ве спорт хадимлері, джемаат ве ветеран джемиетлерінің векелері топланды. Праздничное настроение. Вышли всем коллективом попраздновать 1 мая. Чокусылар үчін 1 майыс күні бұ балалықтан хатырадыр. Скажу, что мы очень рады. Это такой праздник для нас, для крымчан. Современным образованием. С праздником вас, друзья! Замечательный праздник, прекрасная традиция. Очень рады, что сейчас она снова приобретает массовый характер. Тедбірді Қырымда яшаған чешітмелет векелері іштирак әттелер. Қызлар ве егітлер милли урбаларда ян-янаша Ахмешит соқақларында юрып, тантаналы колоннаны яраштырдылар. Бойле кыбы байрамлар Қырымда барышық ветіншілық олғанын да бір кере көстермекте. Юруш 2 сааттан зияде сурды. Демонстрациядан ғайры қырымылар үчін вокаль ве ойын ансамбльлерінің чықышлары иле концерт программа нумайыш әтелді. Тәдбір күн девамында девам әтеджек. Қайдетмек керек ке, байрам мерасимлері бүгін Қырымның бүтін районларында олып кече. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Рамазан Аливапов, Миллет үчін. Қырымда яз мевсіміне азырлықлар толу шекелде кетмекте. Курорт шерве, қасабалары туристлерінің келмесіні беклейм. Қайдетмелеке ялы бөлілерінің темізлінуі бойынша ішлерді алып барылам. Яни чешіт талақалар Қырымның чешіт көшелерінде әр афта өткерілем. Олардан бірісі бұр атлық күнлері Сақ районында олып кечті. Мерасим Қырым Джумхуриеті курорт ве туризм нәзірлігі тарафындан тешкіл олынды. Лесновка койшурасы темізлеп ішлерінде айры же мұқтаж еді, дей курорт ве туризм нәзірі Сергей Стрельбицкий. Почему именно эту территорию, она находится за границами населенного пункта. На наш взгляд и по нашим сведениям, данная территория пользуется очень большим спросом среди туристов, которые здесь отдыхают. Но вот, к сожалению, за годы, многие годы ее никто не убирал, и вот нам приходится ее сегодня довести до нормального санитарного состояния, а в дальнейшем контролировать ситуацию вместе с муниципальными властями по уборке ее и содержанию.
Ялы бойынын азерлигинин кадимлери темизледилер. Умуми алганда Талахада 50ден зияде инсан иштирак этти. Олар жерли сакинлерине ве жарым адамыздын мусафирлерине Кырым табиятына диккатлы же болмага чакырдылар. Призываем людей быть, пожалуйста, почище, убирайте за собой, не оставляйте мусор, не выкидывайте, потому что это все-таки наша крымская природа, надо быть более уважительной к ней, ну и соблюдать определенные правила приличия. Талаха иштиракчилери айталар ки, ялы бою территориялары гаят пусур. Бу исе ерле сакинлердин мунасибеты менен баглы. Я не знаю, насколько как он по счету, если честно, наверное, 20-й, наверное, может, 21-й. Я уже за сегодняшний день много их отнес. Тяжело, ну так, ну, где больше песка, там тяжело, где не больше, где меньше песка, там не очень тяжело. А так в целом нормально, ну килограмм по 15, по 20 они весят. Машина вмещает 10 тонн, мы уже в общем где-то больше половины вместили. Назерлигинин хадимлери умют этелер ки аратланмага келген инсанлар этрафтаки табиатка мухайт улачахлар ве бу кабы талахалар Сах районунун ялысында НДДН керек олмас. Левиза Сетбилялова, Султан Немеджи, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Кырым татар милли аракетинин ветераны Ришат Усманов 89 жашында бу дүйнөнү терк этти. Бүгүн Судак шаарынын Яны Маали касабасында жаназе болуп кечти. Ветеран эле видалашмах үчүн онун сой-соплары, якын достору келдилер. Ришат ага гибы адамлар биздин ичимизде бек аз. О эң ватанпервер, эң миллетсевер, эң билгилүү эле адамлардан бири. Халк үчүн жанын берген Ветан үчүн күрөшкөн адамдардан бири эле. Алла рахмет эйлесин. Ришат агаң жетекчи. Милли аракетибиздин ветераны Жимаат Ырбабы Рисам Ришат Усманов 1928 сенеси Таракташ көйүндө дүйнөгө келди. 16 жашында алганда обутун халкыбыз эле сүргүн этилип Нижний Новгородко түшө. 1947 сенеси Урал Дымыр Йол машина курулуш заводунда цепщик оларак чалыша эди. О вакыт Ришат Усманов буюк казага оорай, эки элинин де ампутация этмеге карар алына. Нереде не болмасын, о Ришат ага иштирак этер эди. Чок вакытлар Москвада болду. Москвада her yıl, her yıl varır edi ve onda aylardan durur edi desem yalan olmaz. Reşat ağa bir acayip adam edi. O onun her bir şeyi, onun özünün fikri var edi. Özünün stege ve bilgisi var edi. Ришат Усманов ватанга жол ачканлардан бирисы эди. 1968 сенеси өз анасы эле Кырымга кайта. Ама өз ватанында прописка меселесинен чекишти. Краснодарга кетмеге мажбур ола. Ама тууган топурагына кайтмак арзусу аны да ич калдырмай. 1-2 жыл кечкен соң Ришат Усманов Карасуу Базар районунда жерлеши. Ама 1998 сенеси Таракташка кайтып келмеге насип болду. Бойлелик менен Ришат ага өмүр боюнун сонуна же тууган көйүндө жашады. Ришат ага өбүзүм Милеттин байрагыйды. Пек чок ишлер япты милет үчүн. Пек милеттин кайгырайып жүрдү. Бир жерден ич бир вакыт Рашид ага бунда бар, бу ши япайык дегенде ич жок демеди. Бүтүн инициативасыны кенсинен чыгарды. Биз дагы эл тутардык. Биздин милеттин эң бир эктибарлуу адамдын бири. Ришат Усмановнун тагдири өз халкына садыклык, вежесалеттик орнегидир. Бутун онун жашайышы Кырым татар халкынын ак укукларын корчоламак пешинде эди. Саглык зайыфлыгына бахмадан Ришат Усманов ресим чезе эди. Весонки күндөрүнө же халкыбыздын жемиет жашайышында фаал суретте иштирак этти. Сонки жылдары ветеран ана ватанында жашап, өз тууган Таракташ коюнун мезарында дефонолонду. Султания Сетакаева, Магомед Несторов, Миллет үчүн. Миллет телеканалынын тахымы бир ай девамында бутун кырымны доланып, Миллет Йылдызы адлы ярым адамызда эн мешур ержыларынын ярышынын иштиракчилерине сечмеге девам эти. Бу сефер тешкилетчилар кефе шерине тешриф буйрдылар. Семерели ишке эмде якшы ава ярдым эти. Бу куну баар кунешнын шавлелери эм иштиракчилерине эмде жюри азаларына кувандыра эди. Жюри теркибине эсе кирген белли кырым татар артистлери Эльмира Налбантова, Гузель ве Өзбекистандан нам казанган артисти Наталья Нурмухамедова катты, амма Әлетлі әрбір іштіракчіге қиымет кестілер. Сәләу басамаққа әм яш іштіракчілер келді. Әмді бір қач вақыт девамында әнді ернен оғырашқан инсанлар да чықышта бұлынды.
Ама иштиракчилердин эпосуну бир шей бирлештиреди. Бу Кырымдын эң гүзел жыры жана миллет жылдызы болмак истектир. Мында базалары Эжаннин күреши. Базалары исе атта көз жашларыны да тутукаламайлар. Это вам, значит, сцены не для вас, получается. Да. Поэтому здесь надо уметь свои эмоции сдерживать. Миллет елдызы бутун Кырым бойынша рахбетлигіні Хазанмаға ярдым эткен ярыштыр. Кел, иштырак эт, ве ғалебені Хазан. Хатырлатамыз ке Лейханын эсас мүгефаты 100 бен рубле. Бұндан да ғайры клип чығарылығы ве Ватан Седасы радиостанциясында ротациясыдыр. Келечек кастинглеріні қачырманыз. Яқын вақытлары сәлев басамақлары сейтлер, ескі Кырым ве судақ шерлеріне олып кечечек. Телеканалымызның эфирінде анонсларыны сейретмеге ұнытманыз. Левиза Сидбилялова, Миллет үчін.